Ну, вкусные, да? Словам, да, вот я говорил сегодня. Но их специально запускают, чтобы они вот пруд облагораживали. Они съедают всю траву, так. И не происходит зароста. И много запустили их? Я не знаю. Не знаете? Ну, запустили прилично, а вот видите, какие большие стали. Ну, громадные просто. И думаете, естественной смертью умер? А? Думаете, естественной смертью умер? Да кто его знает? Рыба такая. Она сама по себе живет. Понятно. Ну, вот такой толстолобик. Сейчас его подтяну поближе, и мы посмотрим, насколько он большой. Ну вот, дорогие мои зрители, удалось мне его подтянуть поближе. Давайте сравним с палкой, с моей трекинговой, насколько он большой. Ну, очень большой, просто-таки громадный. Такая рыба-кит в нашем пруду. Ой, тяжеленный. Ой. Вот такой вот. Даже в камеру не помещается. Ой.